Итак, мы продолжаем работу с шеей, шейно-воротниковая зона, сет номер 2. Вот мы закончили, сбросили всю энергию, да, и теперь растираем всеми предплечьями. Начинаем со спины, спускаемся пониже, 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 шею и трапеции. Включаем все локти, поднимая трапецию вверх, только подкидывая. Это упражнение называется ракеты С-500 выходят из своих шахт. Вот шахта находится. Первая ракета пошла, вторая ракета пошла, третья, четвертая. И продолжаем растирать теперь по одной стороне. Ну, допустим, сначала левую сторону. Да? Для этого мы вообще все это делаем, мы стоим в стойке мабу. Такая, ну, или стойка наездницы. Такая, как самурайская там стойка. Вот мы стоим. Если надо перейти на какую-то сторону, мы просто переносим вес тела и обрабатываем эту часть. В другую сторону перенесли вес тела, обрабатываем эту часть. Перенесли вес тела. Инвертированными ладонями идем от самого верха к по трапеции периферии. Можно захватить еще и плечо. Быстрое энергичное движение, так чтобы слышно было шорох. Ну, 2-3 прохода сделали. Теперь вот эту мышцу трапеции мы захватываем вот между большим пальцем и косточкой указательного пальца, вот этими как прищепкой, и растягиваем ее сначала все время вверх, потом все время вниз. Продавливаем ее, прожимаем. Потом один локально ее растягиваем вдоль мышцы. И переходим на другую сторону, перенося вес тела. Растянули. Растянули сначала поперек, да, теперь растянули продольно. И теперь по центру обе мышцы растянули. Пальцы остались на ямке между ключицей и окременным отростком. Руки развернули к себе. Делаем прием, называется куриная лапка. Помните его, да? Mm-hmm. Вот, куриной лапкой делаем эполеты. Эполеты, они растут вокруг плеч, вот так вот, да? Mm-hmm. Вот мы как бы отодвигаем мясо от костей, а этот палец также находится в этой точке. Вокруг него, как вокруг центра вращения, рисуем эполеты. Рисовали, захватили трапеции как ткань, натянули на себя и перешли в вибрационные техники, когда мы будем захватывать мышцы трапеции вот этими косточками. По очереди. Пренебрежевали. Одну сторону, вторую сторону. Одну сторону, вторую сторону. Тут такая мелкодробная вибрация. Можно подключить обе руки и сделать побольше вибрацию такую. Конкретно растрясти. Подготовили, согрели мы теперь эту часть, да, и переходим к более жестким техникам, кулачковым. Упираемся кулаками прямо в него, прямо вот перпендикулярно телу, вдоль оси позвоночника. Даже можно вот отойти прям мощно вот туда. И всеми кулаками, со всей своей мощью, давим туда. Гребнем вот этих вот косточек, да, вдоль, ну, следующее, вдоль шейных позвонков мы их как бы разрезаем. Вот так вот идем. Снизу вверх. Сверху пошли вниз. И руки превращаются в лапу леопарда, который делает шестеренки. В шестеренках важно потренироваться, чтобы вы по очереди каждым пальчиком шли. То есть получается, мы поднимаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кожу его. Мышцу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Только снизу вверх. Ну, я имею в виду, поднимаем не вниз, а вверх. Прошлись до черепа. Прошлись в обратную сторону. И натянули всю шею на себя. Для этого, видите, я даже вот
отхожу подальше, натягиваю прям за череп, за основание черепа, да, с вибрацией. Вот такая декомпрессия в ширинной зоне. Вот, на этом заканчивается сет номер 3. Дальше переходим к более точечным техникам, а именно конкретно к точечным. С вами был Олег Алангудвин. Не пропускайте нас, смотрите новое видео, и чтобы его не пропустить, нажмите на колокольчик. До новых встреч, дорогие друзья.